Привет. Привет. Привет, привет. 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 Так, думаю, все хорошо настроение. Спасибо большое. Очереди там нет, нам только что выдали телефоны, мы все. Погода хорошо, мои дела нормально. Сейчас поднялся вопрос по поводу моего обращения с животными плохого. Вот, и, наверное, здесь сегодня хочу объяснить свое обращение с сейшиком, если кого-то это интересует. Привет. Так, я не увидел вопросов про Шеву. Не, про сейшика я говорю, что у меня сегодня вышел эфир, где я сейшика взял за холку и отбросил, потому что он кусал девчонок на конкурсе. И никто не мог ему ничего сказать. Я кричал. Администрации было плевать на это все. И я вынужден был сам на это подействовать. Немножко вспылил, конечно, но ему было не столь больно, сколько он испугался, наверное. Привет, Катерина Гукова. Красивый голос, спасибо большое. Привет. Балбес. Да, возможно. Наверное, так. Да там выше про Сашу спрашивали. А, понял. Про Сашу ничего сказать не могу, я с ней сейчас не общаюсь. Вот. Нет, ему пока 6 месяцев, он не сильно кусает, но его надо воспитывать. Его надо воспитывать, его никто не воспитывает. Я не хотел его на самом деле сильно кидать, я поэтому и так спокойно его отбросил. Просто я много раз пытался его отпугнуть, он не отходил. Вот. А потом уже, когда смотрю, всем плевать, девчонки там бегают, подскакивают, вот потом я уже не стерпел. Я нормально, спасибо большое всем. Я говно. Да, наверное. До сейшка я этот за холку взял и откинул, когда у нас конкурс был. Вот. Теперь мне говорят, что я с собаками плохо обращаюсь. Я хочу сказать, что у меня с детства были всегда дворовые собаки, в отличие от той же Оли Орловой, которой собаки породистые, она их покупает. Один, потому что не с кем здесь отношения строить. Какой у тебя был рост в 15 лет? В 15 лет я был где-то 2 метра, да. Ты классный, спасибо большое. Нифига ты не говно, спасибо большое. Вот. Кто у вас там? У нас тут никто. Что вам сказать? Честно говоря, меня эта ситуация очень расстроила. Сегодня я уже пожалел, что я этого сейшика схватил. Вот. Виза у меня, да, походу, вечная. Здесь с этим нормально. Я прикольный, спасибо большое. Вот, Саша. Зачем ты объясняешься, нормальные люди сами понимают, что ты это сделал не просто так. Вот, Оля Орлова, не только породистая собака, по-моему, дом дворняк. Ну,
Просто мне сегодня Оля Орлова обвинила в том, что я так поступил. В принципе, она права с какой-то стороны, но мне не пофиг, что думают другие. Просто я на самом деле всегда хорошо относился к собакам, и у меня всегда все было нормально с этим, как бы, с обращением с животными. Я никогда не позволял себе каких-то... Хоть, допустим, даже мне коты не нравятся, но котов я никогда никого не трогал, не бил. А тут вдруг такие обвинения. И меня бесит, что на нашем проекте не смотрит в корень, не видит сути, а потакает людям, которые просто, не видя причины, обвиняют. Вот, это очень нервирует, это очень слабая позиция. Себя не надо. Да невозможно не накручивать себя, когда все вокруг пишут какую-то чушь. Пинчук — симпатичная девчонка, но пустая. Жалко пса. Да блин, ребят, это уже было. Сесть! Иди сюда! Сесть! Иди сюда! Обожаю тебя, не грузись. Не буду. Какие девушки тебе нравятся? Тоже мне проблема, оттолкнул пса, забей. Девушки мне нравятся, да разные нравятся. У меня нет особого типажа, просто, да, так, не буду объяснять, что произошло, я думаю, вы сами увидите, что произошло, или сначала посмотрите сторис, не сторис, а прямой эфир. Вот. Дальше что еще? Ты кто такой? Серега Изот. Ты кто такой? Давай, до свидания. Сесть, иди сюда. Иди ко мне. Сесть. Иди сюда. Вот. Я не звал. Я думаю о том, что я скоро вылечу. Ему нравятся девушки те, что доступные. Мне нет, мне не нравятся доступные девушки. Ты привык, по помойкам лазит твой типаж проститутки. Че не спишь? Скоро пойду. Привет в Германию огромный. Как дела? Все хорошо, как ваши? Отношения строю же. Так, потом просто будь сечка помягче, чтобы не накинулись. Да я сечком и так мягко. Сеешь, иди сюда, сеешь. Пытался подозревать, но не получилось тебе. Но я думаю, что мое время на Доме 2 скоро истечет, поэтому... Иди сюда, Сеешь, иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. Иди сюда, Сешек. Сешек. Хороший ты, спасибо. Иди ко мне, иди ко мне. Иди, малыш. Иди, малыш. Ну вот, Сешек, видите? С пляжа пришел. Сеешь. Морда. Голос, то спасибо, что не спишь. Не сплю, потому что... Иди ко мне. Потому что с вами общаюсь. Вот, теперь придется вам сейшку показывать. Такой, чтобы вы не думали, что он меня боится или еще что. Хабаровску тоже привет большой. Какая у него порода, дворовый он. Вот видите, на самом деле знаете, что как только поверьте, как только он вырастет и его никто не будет воспитывать, он будет меня Саша простила, ну я очень рад, мне совесть нет, не мучить. Если можно, то я еще не хочу тебе. Хорошо, подумаю. Так, видите, какая ситуация по поводу сечечка? Вы должны это знать. Если его никто не будет воспитывать, через полгода он начнет кусаться сильнее. А когда он начнет кусаться сильнее, он какого-нибудь из участников так укусит, что потом его увезут с острова куда-нибудь далеко-далеко, а может, и усыпят. И сечечек попадет с проекта. Вот. Так что вот и думайте, воспитывать его или не воспитывать, и как его воспитывать.
Я очень люблю собаку. У меня даже где-то есть там далеко пост о собаке, которая была у меня в детстве. Вот. И собака это... Ее... Ну, у нее плохая история. Конец у нее плохой. Но я никогда над собаками не издевался. Ряска нет, не нравится. Мы с Ряской сейчас общаемся нормально, все хорошо, спокойной ночи. Но Ряска не нравится. Собака нам здесь зачем нужна? Ну, чтобы вас, ваш глаз иногда радовать. Я не швырял и бил, я просто взял его за шкирку и откинул в сторону, потому что он укусил близняшку, и это был конец моего терпения. Доброй ночи. Таких собак воспитывают строгостью. Отвечаю. Ты правильно. Надо воспитывать, да правильно. Вот. Овчарок, да. Овчарки самые умные, кстати, собаки. Я люблю овчарок. Да грустно, потому что сегодня весь день меня распинают из-за сейшка. Мне пишут ведущие. Черкасов написал, Орлова написала. Ой, Орлова со мной вообще сегодня... Разговаривала Марго с кем? Ни с кем. Марго сегодня... Ни с кем, Марго. Одна пока. Пинчук, нравится тебе? Нормально, девчонка, но пустая. Мало он ее укусил. Кстати, с Марго вы бы были очень хорошей парой. Ну, не знаю. Ты не ответил мне. А на что отвечать? Ты все правильно сделал. Жду ВЛС, хочу к тебе. Блин, я тоже люблю собак и больше, чем кошек. А так дома пока маленькая со мной в Краснодаре. Еще кот. Я свою собаку пока у мамы оставил в Анапе, она в доме живет. У нас на доме, ой, у нас на острове 4 или 3 кота. Орлова не люблю. Когда начал быстро расти. Я всегда рос постепенно, поэтому у меня довольно-таки пропорциональное тело. Со мной был бы он хорошая пара. Ну да. Как ты думаешь, Марго с Саймоном могут быть вместе? Да, я думаю, кстати, да, могут. Передай Владу Ефимову привет большой. Владу Ефимову привет. Маринка Африка нравится тебе? Маринка Африка хорошая, добрая девчонка. Я написал, кто-нибудь нравится тебе? А, вообще. Вообще, по жизни, да, нравятся девчонки есть там. Но за периметром. В Хабаровске не был ни разу. Нет, не был. Пинчук пустая. А ты чем наполнен? Да я тоже сейчас, наверное, пустой. У меня есть любовь пока только к детям, к моим. Поэтому я сейчас, наверное, никому любовь-то дать не могу. Поэтому я тоже пустой. Но пустой на пустой это вообще никак не катит. Вот, тебе нужна такая же, как и ты. Верная, добрая и честная по отношению к тебе. Вот Марго, она такая. Ну, не знаю, возможно. А Саймон на поляне? Саймон. Не знаю. Да, на поляне. На Шершелах видел лунное затмение и противостояние Марса. Как оно? Нет, на самом деле я вроде Марс видел, а лунное затмение... А, лунное затмение тоже было, прикольно было. Витя, привет, иди к Валерии. Отлепи от индальца, заебал целовать моего мальчика. Скажу попозже. Сколько времени у вас там? 2 часа 46 минут. Не смотрел Дом 2, тетка сказала, ты очень хороший, иди к нему. Ой, хорошо, спасибо большое за комплимент. Сколько лет детям твоим? 2,5, 5,5. Давай уже в Москву, устала ждать тебя, скоро приеду. Чувствую, Витя скоро уйдет с проекта. Я тоже это чувствую. Эх, отругал свою собаку за то, что она не спит, а сама в телефоне. Ведь с Дашей не хочешь помириться? С Дашкой, с женой бывшей, что ли? Конечно, хочу. А вы общаетесь с девчонками, допустим, в директе? Вдруг встретите свою родную душу? Очень редко. Саймон Хромину ждет? Нет, Саймон с Хроминой вроде плохо общается. Мне кажется, простите, отношения в проекте сейчас не совсем реально. Девушки приходят непонятно зачем. Кастинг мерзкий был. Одна похоть в глазах дам. Да. На самом деле, девчонки приходят в последнее время не очень. Ему никто не нужен, ему надо к жене и детям, и все. Что у Рины с Кадони, зачем он ее купил?
Не знаю, они просто там шутили, игрались. Витя, ты кто по гороскопу? Водолей. Витя, а правда, что Ваня, брат Ряски, на проект придет, чтобы ей помогать? Правда? Это не знаю даже. Она сказала, что ее брат нам лица набьет с бесом. Вот, давно пора уходить. Хера там сидеть с придурками. Шпиц, Померанский. Да, женой бьешь, Витя, а что мешает? Светлана, мы знакомы, что ли? Ира, Светлана рассказывает Света. Витя, ты любишь жену? Она у меня хорошая была, жена бывшая, но... Витя, ну не уходи с проекта. Это не моя воля, наверное, больше, а может и моя. Посмотрим. Приезжай в Хабаровск, здесь обязательно встретишь свое. Посмотрим. Гриценко. Что Гриценко? Как Саймон к Марго относится? Хорошо. Ты реально думаешь, что ты скоро уйдешь с проекта? Я думаю, что да. Я просто ничего, видите, в последнее время нет в эфирах. Нет, Гриценко здесь. На поляну скоро. Ты сам с проекта хочешь уйти или обстоятельства? Я даже не знаю. Мне с одной стороны и хочется, а с другой стороны, не знаю, двоякое. Так. Мы сегодня созванивались с детишками, да. Звоню жене иногда, бывшей. Саймон с Марго общается? Нет. Мне кажется, если ты уйдешь из Дом 2, то уже вряд ли кто-то будет смотреть, как ты самый искренний и всегда борешься за правду. Ну, нет, Дом 2 без меня не пропадет. Вы рядом сидите? С Безосом нет. Точно, давай приезжай, а то тут скучно. Где скучно? В Москве? Обязательно приеду. Да блин, ты чё, почему идёшь? Ты устал? Нет, спортивное питание. А, БЦА сейчас пью, да. БЦА пью, блин, люблю его смотреть. Короче, мальчишки, девчонки. Но... Марго, мне кажется, обрадовал, что Саймон пришел. Мальчишки, девчонки, целую вас, обнимаю. Мне рад, что не сильно вы на меня злитесь по поводу Сейшика. Целую вас. Люблю.